15 февраля – знаковая дата для всего татарского народа. В этот день родился писатель, военный журналист Муса Джалиль. Объединением татар и башкир Акмолинской области организован памятный митинг, посвященный знаменитому поэту. С его творчеством и жизненным путем ознакомился подробнее мой коллега Василий Павлиди. Татарская диаспора – одна из самых многочисленных в Акмолинском регионе. Силами областного объединения татар и башкир организован памятный митинг в честь Мусы Джалиля. Герою и знаменитому писателю татарского народа летом прошлого года установили мемориальный бюст. Большая роль в создании памятника лежит на председателе объединения Рафаиле Сулькарнаеве, который открыл торжественное собрание. Сегодня, 15 февраля, день рождения выдающегося сына татарского народа, героя-антифашиста, прекрасного поэта, писателя, военного журналиста, героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Мы всегда будем благодарны казахстанской земле, казахстанскому народу, что мы здесь живем в мире и согласии, и вот в таких условиях можем отмечать выдающихся деятелей татарского народа. Муса Джалиль прожил короткую, но героическую жизнь. Поэт восхвалял в своем творчестве отвагу и мужество, особенно в годы Великой Отечественной войны. Строки из его стихотворений по сей день будоражат слушателей. На митинге присутствовали ученики школы гимназии номер 2, которые рассказали биографию писателя, а также зачитали его знаменитые стихотворения. «Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет меня палач и вырыта могила. Я ко всему готов. Но мне еще нужны бумага белая и черные чернила». Всего у памятника поэту собралось более 50 человек. Среди гостей присутствовали как представители татарского народа, так и других национальностей, знакомые с творчеством великого писателя. Руководители областных этнообъединений отметили, что подобные мероприятия усиливают дружественные отношения между народами Казахстана. «Мы радуемся тому, что вот сегодня, например, татарский герой, он здесь у нас, другие герои. Казахстан – наша общая родина. Поэтому я хочу выразить свою благодарность, как Рафаил Саидович сказал, властям нашего города, народу Казахстана, потому что если бы этого не хотел народ Казахстана, никто бы этот памятник здесь не поставил». Акмолинская область тесно связывает с Муса Джалилем, что вместе с ним сидел наш земляк, от наших слышали такой, наверное, да? Он вместе сидел, он с города Степняка, призывался оттуда. И у нас в Степняке есть улица имени Муса Джалиля, есть улица имени от нашего. То, что мы сегодня живем в такой стране, это благодаря нашим героям, огромной памяти им. В заключении встречи состоялось торжественное возложение цветов к бюсту писателя. Мероприятия, посвященные памяти Мусы Джалиля, планируется проводить татаро-башкирским обществом на регулярной основе, отметил руководитель. Василий Павлиди, Павел Соловьев, Кокши-Акпарат.